Глава Минздрава Анастасия Крутень отметила, что система QR-кодов позволяет сохранять высокие темпы вакцинации. Если в сентябре ежедневно прививалось по 1500 человек, сейчас суточный показатель держится на уровне 10 тысяч. Как только уберем QR-коды, вся история повторится, отметила министр здравоохранения. По оценке министра, при сохранении таких темпов до конца года в Пермском крае будет привито 60% населения.